Привет, друзья! Добавила себе утюжки целую гору, видите? Развесила стирку, сварила Зарке кашку и, наконец-то, буду выбираться на улицу. Вон сидит моя помощница сегодня, чего-то она какая-то все мяукает, плачет и плачет, и не хочет никак нигде улечься спать. Что-то странное с ней происходит. Иду мимо своих кабачков, и что я вам хочу показать? Нифига не хотят храниться в этом году. Видите? Загнивает. Вон еще один загнивает. Этот я уже верхушку обрезала. Какая-то плохое дело происходит. Тыквы вроде ничего. Одна, правда, тыква подгнивала. Так я ее уже использовала. Вот, давай, передавай всем привет. Давай. Передавай всем привет, Зарка. Ай, ты моя красавица. Он мне свою перевернула, И скачет, О, вреднючка. Вот так, всем привет. Молодец. Сегодня ночью был мороз. И смотрите, листики еще больше вон почернели. А помидорки, посмотрите. Прям начали подозревать уже. Кстати, здесь возле стенки самое холодное место. Но когда я его сажала, я же об этом не думала, что его надо где-то в центре посадить. Так что надо, наверное, собирать помидорки и не мучать его здесь, бедного. Или пусть сидит до победы. Непонятно. Теплица, посмотрите, с закрытой дверью. 24 градуса. Но хризантема тоже почему-то не хочет расцветать. Наверное... Она не любит тепла. Наоборот, ей нужен холод. Какая-то странная. И вот, смотрите, ремонтантная клубника на улице. Они уже все подмерзали. А тут вон еще завязала ягодки. И два цветочка еще. Но все равно они уже не созреют. Скорее всего, надо, наверное, отрезать, чтобы куст не мучился. Вот, я уже начала здесь закапывать немножко траву. Видите, вот этот кусочек уже закопала. Вот так вот сюда ложу траву в бороздочку, поливаю бродилкой, как обычно, закапываю и пошла дальше. Как-то мне эта гряда, мне кажется, сюда наклонилась. Не знаю, как-то странно на себя ведет. Вот видите, мои эти октябринки, сентябринки в этом году даже не цвели. Они, наверное, в воде еще погибли. Видите, какие страшные, надо все выкапывать, все убирать. Так, вот здесь я уже заровняла все, подготовила, чтобы приносить кирпичики. И песочек. Видите, как тут все у меня ровненько, чтобы было удобно ставить кирпичи. Может, попозже попробую чуть-чуть покосить. Вроде как просыхает сегодня солнышко и ветерок. Вроде как земля просыхает немножко. О, пока что первый этап. Состригла вот это все своими большими ножницами. Вот этими огромными такими. Вот ими хорошо взяло. Состригла все это. Сейчас посмотрю, что дальше можно с этим делать. Ну все, друзья, с двором покончено. Так, домила тут все, выколупала. Сначала срезала, потом ножом корни повыбирала. А вот эта вот трава, я даже не знаю, что это за трава. Она даже не то, что ножом не выковыривается. Я даже только, видите, верхушки посрывала. Больше она не рвется. То есть весной нужно ее всю вытравить. Вот, возле Зарки все, выбрала даже мох. Весь мох содрала, здесь от сырости мох пошел расти. Все, здесь во дворе у меня порядок на зиму. А то, если останется что-то на зиму, потом и снег плохо ощущать. Тяжело. Вон на улице еще пару каштанов валяется. Ну ладно, уже уберу потом, сейчас не буду. Уже и это самое, и холодно стало, будет мороз опять ночью. Прямо так прохладненько, я бы сказала. Ну, попробую еще чуть-чуть там, где солнышко, покосить. Ну что, косю. Видите, как подсохло. Только двумя руками надо. Вот это все еще пока не кошено. Потом покажу, как будет скошено. Видите, с какой стороны уже солнце садится? Нет, как не там, как раньше он садился, а вот где уже садится. То есть рано-рано. Вот, смотрите, выкосила вот весь вот этот участок. Видите, какая красота. Оставлю на завтра, устала жутко. Еще ж косилку надо почистить. Ну, прилично так травки. Видите, сколько? Вон много. Под низом все равно сыроватая.
Трава. Ой, у меня тут этой косьбы. Ой, еще тут надо косить. Везде надо уже подкосить. Наверное, это уже точно будет последний раз. Надо посмотреть, где там в прошлом году, когда я косила последний раз. Интересно даже. Видите на косилку, сколько налипло вон. Травы. Вот это все сейчас надо вычистить хорошенько. А потом только поставить ее на место. Так что иду, друзья, чистить. О, сорвалось я два красивенных яблочка. И все, пора идти домой. Ой. О, какой там закат красивый. Сейчас пойдем посмотрим с той стороны. И уже такой туманчик поднимается он над речкой. А может это дым? Нет, наверное, туман. Ой, друзья, устала. Особенно тяжко мне дался этот двор. Но зато уже все, душа радуется. Какой-никакой старенький, но чистенький. Ой. А, нет, там дым. Кто-то разжег костер, наверное. Все, друзья, вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. И Зара вам тоже желает. Всем пока.